Всем привет, дорогие друзья! С вами Ирина Быханова. Мы приехали на дачу. Опять у нас дача сегодня. Будем сажать помидорчики. Вот. Посмотрим, что у нас здесь есть. Зай, я увидела. Редисочка подрастает. Что-то огурчиков как-то не особо много взошло больше. А здесь что-то ничего не зашло, да? Я даже не помню, что мы здесь сеяли. О, салатик зелененький зеленеет. А это вот, наверное, коты бывают, да, здесь? Сорваны прям. Да, я не пойму. Такое чувство, что здесь кто-то копался. Ну да, реально. А, реально, все-таки вокруг этого. Диана, привет. Диана приехала работать на дачу. Сразу заметно. Работящий человек. Не то, что ты... Да. Итак, снова всем привет. Мы идем смотреть на мои арбузы. Зашли они или нет. Оставайтесь со мной. Итак, вот мы уже на огороде. Не знаю, что тут посажено. Лучше, конечно, было там пройти. Не суть. Ой, блин, тут луночки есть. Я по чему-то прошлась. Все, не жить, собственно говоря. Вот луночки. Ну, ладно. Я думаю, здесь нет ничего. Лучше. Где я сажала? О, всходят мои рассады. Вот. Это не то. Вот. Вот это точно он. Вот он. Не знаю, что это, конечно, но тем не менее. Он еще один. Я не вижу уже. Вот. В общем, вот, сейчас покажу. Сейчас что покажу. А, нет, ничего не зашло. Однако грустно, потому что луночка-то вот. Тут ничего нету. Продолжаем разговор. Так, ну давайте вон там пройдем. Мама убьет немножко. Сейчас мы... Рубрика. Красиво, однако. Да. Вот что у соседей? Вот что у нас? Вот, кстати, гараж 48 вырос на грядке. А вот это мое, да? Где? Вот он. Где твое? Да вот же он. Зеленый. Вот это? Да. Это картошка. В смысле? Как она тут могла оказаться? А это что? Это кабачки? Кабачки мать сажала. А моё где? Твоё ещё, видать, не. Да как же, вот он. Вот он. Надежда на жизнь. Это не знаю, что такое. Вот. Ну как это может быть картошка? Нет, это не картошка. Стой! Гараж 48. Подожди, пожалуйста. После, сейчас я нарву этих штучек. Вот сейчас, смотрите, раз. Как неудобно с камерой. На минуточку прекращаемся. Всем привет. Вау. Нет, не вау. О, кто это? Вообще офигел, по нашему огороду проехался. О, мастер своего дела. С Ольгой. Мама Ольга. Ладно, всем пока. До скорой встречи. Итак, всем привет снова. Вот. Здесь у нас немножечко добычи. И сейчас мы будем пакостить. Я, конечно, заболеваю. Не знаю.
В общем, я хожу по баклажану. Шучу, я прохожу их мимо, мама, не бей меня. Я мимо прошла них. Ой, это цветочки. Итак, всем привет, дорогие друзья. Может, повернешься ко мне хотя бы на минуту? Дорогие друзья, хочу сказать, что в следующем видео я... Ну, не в следующем видео. Когда мы сюда приедем, я покажу вам экскурсию по дому внутри. Всем пока.